Всем привет! С вами В. Продолжаем изучать персонажи из игры Slime Isekai Memories. Персонажи для разбора убираем в вопросе на YouTube. Сегодня рассмотрим Шизу, повелителя пламени. По мне, она очень привлекательный и милый персонаж в игре. Чуть ли не самый-самый. Если вы так же считаете, то немедля поставьте лайкос. Шизу, повелителя пламени, стихии огня с атаками физического типа. В так называемом топе эта версия Шизу занимает 3-е место. Кстати, больше копий Шизу в игре нет. Рассмотрим, что Шизу дает городу. Первая особенность – плюс 30% к эффекту производства на базе снабжения лесом. Вторая особенность для города улучшает производство в кафе на 10%. То есть на 10% больше золота в кафе в единицу времени мы будем с вами получать. Неплохо. Секретный навык или так называемый ульта – тепловой удар. При максимальном уровне развития навыка обрушивает физическую атаку огнем по одной цели в 450% от показателя атаки. Одиночные ульты всегда имеют преимущество над массовыми навыками, если приходится вести бой только с одним врагом. Шизу хорошо сочетает с защитником Ифрит для увеличения урона от атаки огнем, но достать защитника 5 звезд очень-очень-очень тяжело. Огонь хорош против земли, но плох против воды. В сравнении с другими, Шиза обладает самым большим процентным соотношением урона от ульты в 450%. Самый низкий процент, насколько известно мне, это 420%, то есть отрыв 30%. То ли хорошо, то ли плохо, неизвестно. И базовый показатель атаки довольно-таки неплохой, что гарантирует хороший базовый урон от одиночной ульты Шизу. Боевой навык 1 изменяет душу божественной защиты X2 на душу Тайт. Увеличивает шкалу показателей секретного навыка всех персонажей на 5% на один ход. Долго я разбирался с этим навыком, но все-таки понял, что он делает по себе, и чуть был в шоке. Да ну, такой крутой навык вышел. Итак. Этот навык Шизу делает следующее. Он передает очки шкалы души божественной защиты, умноженные на 2, шкале показателей секретного навыка. При этом еще увеличивается показатель шкалы секретного навыка у всех союзников на 5% от максимального значения. Навык-то получается, ай-яй-яй, ничего себе такое. Перекачивать из одного сосуда в другой, суть есть такая. Вот была бы Шизу повеселился на боссах, играя в ручном режиме. Боевой навык 2 увеличивает шанс уклонения от оглушения всех союзников на 90% на один ход. Увеличивает собственный шанс критического удара на 15% на один ход. В игре пока нет боссов с оглушением, насколько мне известно, но для будущего этот навык Шизу будет профитным. И самобаф на увеличение шанса критического удара неплохой, особенно если его использовать перед ультой, да еще под эфритом. Ай-яй-яй, Шизу-то такая, прям такая, ну как сказать, она просто бомбочка. При пробуждении X1 появляется эффект увеличения критического урона, когда вы запускаете комбо-атаку 5+, с душой секретов, увеличивая собственный критический урон на 6% на следующий ход, доступно формирование поддержки. При пробуждении X3 увеличивается критический урон на 11% на следующий ход, доступно формирование поддержки. Что касается экипировки, конечно, на Шизу лучше надеть стихийный меч самурая на огонь. Доспехи бижутерию как можно с лучшими циферками, ну как обычно. В итоге получается, что Шизу, повелитель пламени стихии огня, является настоящим огнедышащим драконом с пламенем, в котором плавится даже вольфрам. Ее первый навык поможет быстрее активизировать секретный навык и как можно быстрее нанюкать боссу огонька. И отряд Шизы сможет изменить душу защиты на секретку и подвести к тому, что будет тройной ульт-комбо. Мега-удар, как Power Rangers от их зорда. Пиф-паф, враг отпал, а точнее убежит, как узнает об этом. Шизу советую сочетать с Бенимару, а в защиту с ними шикарно было бы поставить Ифрита. А Шизу можно много говорить. Можно описать просто одним словом – огнемет. Кому прикоснется, тот неминуемо обречен на гибель. Следующего героя для разбора возьму подарочную Шуну, а то уже бытуют мифы о ее профнепригодности как героя в основном отряде. Автор старался, так что жмахните на кнопку подписаться, поставьте лайкос, бахните в колокол. Пока-пока.